Здорово, уважаемые! Наконец-таки боевой топор. Пришла его пора. Для вас презентация билда, нарезка боев и настоящий актер. И если этот актер не ты, тогда прожми царский лайк в поддержку автора и скилловую подписку на канал. И розыгрыш према в комментариях. И если вдруг тебе наскучило это одинокое пребывание в мире Альбион, ты можешь испытать новые эмоции, вступив в гильдию White Roses. Ребята собрались силами на европейском сервере и занимаются разным контентом, от простейшего фарма PvE и прокачки до SS, ганга и ЗВЗ. Ко всему прочему, обзавелись убежищем, и это дорогого стоит. Хватит скучать, быстрее вступай. Ссылочка на Discord гильдии в описании под роликом. А вот и билдец. Боевой топор, раздирающий взмахи, основа хорошего топора в PvP. А вот адреналин или рывок ставится ситуативно, тут надо смотреть. Капюшон охотника на возвратку, без него как рука без пальца. Левая рука через череп трофей. Мантия чародея, да, ставки высоки, это пуржа, ей надо уметь пользоваться. Сапоги латные на подхил. Плащ Тедфорда для урона, жареный туманный окунь для жира и доп. Вампиризма. Паночки большого и красивого прилагаются. По тактике. Да, билд непростой. Да, есть пивная вариация через куртку наемника, но она такая пивная, так легко переигрывается. Этот же билд обладает огромным уроном, вариантом снимать бафы с противника. Да даже топоры летят в лицо, откусывают значительную долю хп из-за мантии и черепа на урон. Для выживаемости есть капюшон охотника и банка гиганта. По сути, разминаем врага топором в лицо издалека, а потом идем драться лицо в лицо. Да и сейчас сами все это увидите. Поехали! Первый файтик против Бурслука. Приветственный топор сразу залетает по лицу. Дальше подтягиваемся к нему под возвратку и начинаем настакивать наши кровотеки с куханов. На рыбке преследуем его с ледяной стрелы. Режим большого и красивого уже подключен. На его возвратку сразу отдаем пуржу, чтобы спуржить ему первые настаки. Оттягивается дальше, ловит по один топор и пытается уже бежать. Кровотеки уже действуют, отбивают огромное количество здоровья. Уже готов дополнительный рывок уже на его прыжок, но он просто не понадобился. И все старания вознаграждаются молом! Вот так жизни, опять эти душнилы в карафтах. Ну ничего, топор через ткань, со всем этим справимся. Подключаем пуржу, чтобы спужить с него что-то. Настакиваемся на нем с нами куханами, отдаем топоры сразу же на подхил, выбиваем львиную долю здоровья. Молодой уже подключает огненный щит, пытается держаться, а мы на скилле на топорах просто мансим его кушки. Продолжаем раскачивать ему хлебало, подключаем возвратку, у чела уже срабатывает плащ, пытается отхиливаться, но тут очередные топоры сейчас начнут заходить по хлебалу уже, и уже не оставляю никакого шанса молодому просто выжить из этого файта. Кушка, кушка, топор, готово! Палаш! Все считали, что они вымерли, но нифига. Топор в лицо приветственный. Все, как и всегда, на развороте. Подключаем адреналин, ловим раскалывающий взмах. Баночку пошел красивую и пошел жесткий размен прямо под его возвраткой. Пуржой снимаем с него стаки, снимаем возвратку. Продолжаем настакивать вот на нем кровотеки. Уже пошла наша возвратка в ответ на его куртку наемника. Дальше один топор, второй топор. Полное здоровье против Палаша с двумя стаками. Но что ему остается делать, кроме как бежать? Он же не считает, что наши скиллы уже в кулдауне. Ну куда ты побежишь? Это ты раньше мог бегать, догонять людей в сапогах хранителя, людей на сапогах солдата. Раньше Палаш был сильный, 3 года назад, но давно его сила потеряна. Раскалывающий взмах в никуда. Дальше подтягиваемся, 2 приветственных топора заканчивают это безумие. Могучий клеймор, топор в лицо, на! Напрыжка на кухане, сразу же адреналин на развороте, баночка большого красивого, плащ на него, сразу к мантии спурживает этот плащ несчастный. Чуть не захлебнулся, мантия культиста на клейморе, да, это что-то дикое, люди пытаются адаптировать его в карапты, но никак не получается. Фу-фу-фу, таким быть, что-то скип на топор, говорю я ему, и погнали разбираться, какие скипы. Ты в карабке заходишь, что, чтобы скипать, ты заходишь, чтобы драться на парных мечах, не поссорься, прояви уважение, раскалывающий взмах никуда, прыжка в никуда. Спуживаем сразу же ему возвратку, ну и все, у молодого игра пошла не туда, потерянный пытается отыграть по первой тактике скипа, но там мобы говна. Ох, как же хорошо, что они помогли застопить этого бедолагу, что он не смог от нас убежать. Жаба тоже воюет на нашей стране, хорошая ешка, по мне сразу реализация, через баночку большого и красивого, продолжаем настакивать на нем кровотеками, хороший топор сразу по спине заходит молодому, львиная доля здоровья уже потеряна, просто продолжаем лупать из него, что есть мочичи, на кухане перепрыгиваем уже от тычки мопа и добиваем бедолагу.
Шепчущий лук на рыбке, сокращаем дистанцию. Куханый сразу же под капюшон уходит в инвиз, пытается спрятаться в своей дымке. Используем капюшон, чтобы немножко притормозить молодого. Огненный щит, да, здесь сейчас баночка, сразу спурживаем ему способности с его огненным щитом, подключаемся к нему поближе, подтягиваемся, продолжаем настакивать на нем Куханые. Под кровотеками молодой дерется в режиме баночки большого красивого, продолжает разбротомаживать своей ешкой, отпрыгиваем сразу же словом на скиле, мальчик Куханными топорами заканчиваем это безумие. Опять чит, ну раз. Этот топор полнейшее безумие. Снова в лицо оперпасник. Какая-то странная фигня происходит. Чел будет меня дудосить на лагах на скилле. Продолжаем грызаться, оттягиваемся чуть дальше от него. Немножко ждем кулдауна. Топор, какой скилл, какой манс. Чел просто читает эту катку на пинге. Дальше под ледяным щитом продолжаем размениваться с ним. Чел явно играет, как будто бы на мобиле под адреналином. Насакивает на нас кровотеки. Жду очередную ешку от него, которая вскоре откулдаунивается. Сам не пытаюсь его никак не отпустить от себя. Скоро будут готовы топоры. Достаточно продержаться небольшое количество времени, чтобы топорами закончить его. Фаермаг на скилловичах, будем мантить его Куханы, кидать ему топорами по лицу. Да, стенка преграждает нам путь, но ничего, мы не боимся, просто обойдем ее со стороны. Ешка не в никуда, ну а кто так кидает ешки посреди пустого коридора? Это не Камильфо, это корабль, здесь есть узкие коридоры, там и надо этим всем кидаться. Продолжаем мантить его Куханы, феерично уворачиваемся в стороны. Продолжаем сближаться с ним, и вот оно, движение через баночку большого красивого. Сразу переходим стену под его возвратку, не пугаясь, начинаем просто заливать его, встает в мантию. Потраченная шапка от меня, конечно, в никуда. Продолжает плащ Мартака, защищает его дополнительный урон, помогает ему впитывать. Топоры было бесполезно отдавать сейчас, все равно бы не добил. Плащ Мартака слишком много дает выживаемости. Очередная стенка под адреналином, и в пиве выкидывают топор в никуда. Чел повторяет это безумие. Ну, почему? Потому что может, я тоже промахиваюсь, все мы промахиваемся. Дальше идем уже ближе к сближению, топоры готовы, собственно, пора разряжаться и добивать. Корабли поставили специальную кнопку, нажимаешь ее, и скиллы летят туда. Собственно, я это и сделал. Продолжаем сближаться с мужичком, сразу же на обрывке протягиваемся к нему, настакиваем к нему пару куханчиков, наносим урон и пытаемся просто не выпустить из запертой комнаты, потому что это лучники, они постоянно бегают от нас. Делаем все, чтобы молодой не смог отсюда убежать. Держим дистанцию и в стиле вестерна просто перекидываемся скиллами. А что еще остается? Все равно задушу этого молодого рано или поздно. Очередной топор по лицу залетает. Ждем его ешка, сейчас будет полная реализация. Хорошая реализация, мускулистая реализация, лучшая реализация. Вот она! А, капюшон охотника сразу с единым щитом подключаем. Не выпускаем молодого из комнаты. Это наш шанс использовать ботинки и наконец-то догнать его. Баночка большого, красивый на рывке. Раш сразу же на кухоне подтягивает за топора и добивают его. И вот он на этом моменте, европейский сервер на рывке, за бурслоком сразу подтягиваемся, топор в никуда, оттягиваюсь назад под лягушку, подключаю щит, вынужденно отдаю щит, выбора нет, нужно как-то буржить его способности, чтобы он нам не разбил хлебало, немножко выиграть времени, баночка большого красивого на его возвратку, подтягиваемся ближе, ждем кулдаун, и критическая ошибка, чел влетает в текстуры, тем самым не может разорвать дистанцию, включает куртку наемника, я продолжаю на нем остакиваться, не отпускаю его от себя, у меня готовый рывок, готов его использовать. Чел восстанавливает часть здоровья под куртку наемника, пытается вытолкать меня, возвратка пошла, не даю бить, выигрывает дополнительное время. И вот сейчас ботинки, рывок, пара куханов, и коварные кровотеки заканчивают безумие. Как удобно, что у чела сапоги говна, его можно крутить попробовать. Я просто кручу чела, как хочу. Но сапоги говна, его можно мучить. Как это выглядит, конечно. Он банку уже сожрал. Ты
ботинки нажал, побежал. Вот за ним, все, он без ботинок. Я его измором взял. На измор взял. Чел залям. Лол. О!